Здравствуйте, друзья! А вот и то, о чем я говорила вам в прямом эфире, а именно маленькая распаковочка маленькой посылочки. Давайте посмотрим. Это был Яндекс.Маркет. Что же тут пришло такое? Та-дам, 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 та-дам. Так, чуть-чуть побыстрее. И затаили дыхание. Та-бам! 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 Это моя прелесть. Смотрите. Сталекс Про Смарт 41.1. Знающие люди меня поймут. А именно, это ножнички для кутикулы. Такие очень интересные, для незнающих покажу. У них вот закрученный такой вот кончик. И очень удобно вот так вот кутикулку обрезать аккуратненько. Очень тоненькие вот они. Показать не могу, потому что сама себе уже все подровняла и отрезала. Но как бы скоро маникюр делать, поэтому... Такие вот уже согнутые в разные стороны, закрученные. Но вот это вот, посмотрите. Шик, блеск, красота. Я так мучилась с этой кутикулой. Со своей. Кусачки неровно отрезают. Ножницы неудачные у меня были. Последние купленные. Зингер я покупала. Очень толстые. Тут еще вот можно сухожари стерилизовать. А, ну не только сухожари, просто... Просто можно вот эти снимаешь, резиночки, и вперед. Вот такая красота. Это я хотела купить на Сбермаркет, что ли, называется, а потом увидела на Яндекс.Маркете, на них скидку сделали, и даже дешевле вышло, чем на Сбермаркете. Где-то 760 рублей, по-моему, они стоят, но это такая очень нужная вещь, я считаю. Очень нужная. Столько нервов она бережет. Всем рекомендую. Вот видите, даже нарисовано. Тем, кто сам себе делает маникюр, ну и, соответственно, кто мастер, тот и без объяснений понимает, о чем я. Кто обрезную технику маникюра использует, тот в курсе, короче. Вот, так что у меня кайфушки. Это будет вообще просто улет. Вообще просто. Легким движением руки будет превращаться... Большая кутикула в ровненькую линию чистого маникюра. Желаю вам хорошего настроения, чтобы ваши желания сбывались так же, как и у меня. До скорых встреч!